Сейчас судья дает последнее указание. Оба бойца немного нервничают. Отлично. Время. Начали. Начался турнир. Бойцы поприветствовали друг друга. Максим сразу начинает атаковать. Забирает центр. Более расслабленно он работает, нежели Сергей. Вот уже хорошая комбинация. Попадание в пах. Сейчас судья даст время восстановиться бойцу. Не очень травмоопасная. Выжидает, выжидает Сергей. Максим хорошо чувствует дистанцию. Вот обоюдное попадание. Немножко заваливается Сергей. Вот первый проход. Нет, защитился. Вот пару коленей. Что-то пошло не так. С амуницией все в порядке. Одно попадание в пах было у Максима. Ну, заряжены, заряжены ребята. Простим Максиму эту оплошность. И вот бой продолжается снова. Вот попал хорошо. Попадает. Максим прибирает понемногу инициативу. Хотя, конечно, соперник у него непростой. Вот, хорошее попадание. Пропускает, конечно, апперкот, но я думаю, это незначительно. Сейчас сделает перевод. Есть. Молодец. Молодец. Хорошо, четкий перевод. Сергей странно не пытается даже подняться. Наверное, будет работать в партере снизу. Что мы и видим. Удар локтем. Паники нет у Сергея. Хотя и немного пропускает он удары, конечно. Вот-вот пытается что-то сделать, но Максим опытный боец. Сделать ему будет прием не так просто. Вот обходит ноги. Здесь позиция, конечно, считается равнозначной. Вот все же Максим пока уверенно ведет в этом раунде. Вот уже прошло почти 3 минуты боя. И пока раунд за Максимом Силиным. Вот локоть. Полный маунт, локти. Нет, Сергей тоже не отдает, не пропускает лишнего. Старается уйти, конечно, отдал спину, но это не сильно критично в его положении. Ему бы лучше развернуться. Но пока не совсем получается, потому что у Максима хороший контроль со стороны спины. Сейчас Максим явно будет пробовать пройти на удушающий, да, руку заправил. Хорошо, но удушающего вряд ли получится, потому что не полностью заправил шею. Но, тем не менее, остается уже минута. И Максим пока уверенно забирает этот раунд. Хотя вот пошел удушающий. И если не снимет руку, вот снимает, молодец. Молодец, Сергей, не сдается. Работает с рукой. И если сейчас даст перевернуться. Вот, 40 секунд остается. Нет, Сергей не сдается. Хоть у Максима один бой в пассиве, но я думаю, Сергей изучил его досконально. И изучил его все сильные стороны. Сейчас, конечно, опять отдает спину. Остается 20 секунд, и, скорее всего, мы с вами увидим еще второй раунд.
клетке с этими бойцами. Вот уже 10 секунд. Пошел удушающий, но не успеет. А, есть! Отлично! Молодец! ...26 секунд первого раунда. Удушающим приемом победу одержал Максим Синин! Сочи! И аплодисменты его сопернику Сергею Яхову!